такое дело, мы вот забираем из вас детельник. И уже как бы есть вопрос. Да, я в футболке буду вас еще дальше бесить, потому как, ну и что? А что мне сделаете? Я в футболке, мне тепло. И мы уже взорвали, короче, полностью машину в хорошем плане. Она проходит полное техническое обслуживание перед непосредственно этапом. Пацаны прилетели, Вован, Кирюха занимаются, вовсю ворвались, довольны, тепло. У них там минус 13, а они тут кайфуют. Варгетейлинг творит чудеса, и за несколько буквально часов, я бы сказал, ну, короче, там, плюс-минус. Во сколько? Мы вчера в 4 часа дня пригнали ее, а в 2 часа дня мне Людмила написала, что все, готово, пожалуйста. Машину можно забирать. И вот мы ее, собственно, и забрали, и готовимся к первому этапу Сочи Дрифт Челлендж. Правда, одно но. Одно но. Оно заключается в том, что я, конечно же, буду сейчас работать с машиной, с Никитой, спотерить, читать влоги и так далее. Но непосредственно на этапе я буду принимать участие в качестве судьи. Поэтому будет сложнее еще сложнее, потому как надо будет оценивать те проезды, где я говорю, да, охуенно. Только с точки зрения уже судьи говорит, что ставить баллы, в общем-то, и отдавать предпочтение, я надеюсь, до самого финала Никите. Но не предвзято, конечно же, нет. Просто на нахуй склейка и на подиуме весь как видеорейсинг. Никита Жиков, Григорий Бурлуцкий, Иван Пальмин, да? Чистое совпадение. Ну что, уже на автодроме стемнело, поэтому мы переместились, собственно, в бокс как видеорейсинг. Здрасте. Очень удобно. Очень удобный механик у нас, вообще великолепный. Я в диффузор смотрю. О. Здорово, Кирилл. Здрасте. Ты что? Что ты там делаешь? Если вдруг было ощущение, что я шучу, у Кирюха там сидит.